концертном зале Мариинского театра в Санкт-Петербурге с успехом выступил якутский оркестр «Симфоника Артика». Дирижером был известный Фабио Мастранджело. Солистка Ульяна Голикова на скрипке. При полном зале на прославленной сцене музыканты исполнили известные произведения. Гранта Григоряна «Концерт на якутские темы», Петра Чайковского «Увертюра Ромео и Джульетта», Николая Михеева «Симфоническая фантазия Тас Хая» и многие другие. Зрители долго не отпускали артистов, приветствуя их аплодисментами. Настолько, видимо, сильное впечатление, что вчера, когда играли в Москве, в Большом зале консерватории, они прокомментировали в конце, что вот мы свидетели того, что родился еще один великий оркестр в России, и уже ребята играют очень хорошо. И так что у нас много чего впереди, много чего мы уже достигли. Ну, конечно, не надо отставать, не надо думать, что ну вот, теперь мы играем хорошо, все. Не надо заниматься дальше. Это никогда не может быть. Всегда надо просто иметь мечты и такие отношения к работе. Вот тоже странно говорить о том, что это работа, потому что для музыкантов это большое удовольствие. Играть, музицировать и гастролировать.